Что ж ты за человек ты такой? Тебе не стыдно, да? Не стыдно ни капельки. Ни капельки. Конечно, ты не человек. Ты свинья. Свинья. Как ты мог так нажраться? А мне мама говорила, не выходи за него замуж. Говорила. А я нет, вышла. А дети? Ты о детях подумал, ты? Нет, не подумал. Вы извините, это, конечно, не мое дело, но ваш муж трезвый. Он еще ничего не пил. Нет, вы не подумайте. Мне просто в ночную смену, а он, когда домой вернется, меня не будет. Вообще она хорошая. Ну все, котеночек, я побежала. Давай. Погуляй хорошо. Хорошо. Значит, литр водочки, бокальчик темного пивка покрепче. Это для начала.